Уникальность нашей программы заключается в том, что у студентов есть возможность познакомиться не только с отечественной наукой и практикой, а также освоить зарубежный опыт в области психологии образования. Это очень важно, так как мировые тенденции педагогической психологии, психологии развития, они всегда способствуют развитию будущего специалиста, они всегда актуальны и они позволяют говорить о том, что наши выпускники выходят конкурентоспособными специалистами и востребованы всегда на рынке труда. Изначально я поступила на программу с целью углубить свои знания в области психологии и педагогики. Но спустя время я поняла, что программа включает в себя синтез новейших технологий образовательной и исследовательской деятельности, погружает в мир современной науки, открывает новое пространство использования диджитал-технологий в работе психолога. В процессе обучения у студентов есть возможность проходить практику на стажировочных площадках университета. Это различные образовательные организации дошкольного образования, детские сады, причем как государственные, так и частные. Также это городские и областные психолого-медико-педагогические центры и службы, и общеобразовательные школы, техникумы. У нас очень широкая база практик, с которыми заключены договоры, и студенты выходят непосредственно в ту атмосферу, в ту среду к детям, к обучающимся, то есть к тем людям, с которыми им придется в дальнейшем непосредственно работать. В процессе обучения я приобрела полезные навыки и знания взаимодействия с образовательной средой, погрузилась в деятельность современного практического психолога, узнала некоторые тайны науки психологии и, конечно же, применила на практике полученные знания. Теперь я являюсь сотрудником Южного федерального университета. Специалист с дипломом государственного образца всегда будет востребован на рынке труда. Более, если он испытывает удовольствие от того, чем он действительно любит заниматься.